Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем прохождение игры Final Fantasy 15. Так, мы высадились на острове Мируин. Вернуться к остальным нам надо. Так, и нам сейчас надо пройти сквозь орду демонов. 3,78 километров. С нами псинка бегает. Не знаю, как... как она нам поможет вообще. О, ну с этими... они седьмого уровня, мы с ними справимся на раз. Да, эти... погодите, я знаю, где мы же в этом... А, стоп, подождите, карта. Да-да-да-да-да-да-да, я сначала не заметил. А, да, мы вернулись обратно. Вот, кстати, здесь мы еще не были, надо будет съездить. Да, и мы вернулись обратно. Тачки здесь нет, так как мы ее раздолбали, но, скорее всего, в Мируин. В молоте мы ее восстановим. Да? Так, тут ничего нету. Офигеть. Это тут такой хаос прошел. Это после... ух, ё-моё, это новый противник. Давай, кольцо используем. Я не знаю, что это за гоблины. Так, двух мы засосали. Ух, нифига себе их тут. Ё-моё. Три, тихо. Нифига себе. Слушайте. Тихо. Т, нам надо эликсир выпить. Блин. О, черт, поцелуй девы, да. Так, поцелуй девы, сейчас-то можем мы купить? О, использовать. Где он там, золотая игла, вот. Сейчас мы накопим магию. Да, давай. Все, что ли? У меня стазис начался, черт. Магия кончилась. О, внезапная атака. Все. Готово. Офигеть. Слушайте, это жесть. Ну да, конечно, опыта мы здесь срубим много, ну... вряд ли здесь есть какие-то секреты. А это кто? Это гоблины. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Они сволочи быстрые. Я не могу даже ничего сделать. Я вот, все, я не могу ничего сделать. О, тихо. Т. Эфир. Готов. Так, ну если мы так 3,60 километра, 650 метров будем бежать, это будет печально. Это будет дико печально, потому что демоны появляются каждые, не знаю, каждые пару метров. Если мир так превратился вот в такую задницу, то это будет очень сложно нам. Так, я вижу там еще кто-то. Их двое. Давай, подходи по одному. Я знаю, что я сделаю. Давай, отправляйся в ад. Один точно отправился, а и второй тоже. Да, шикарно. Только всю ману потратили. Еще 15 эфира у нас есть. По факту. Так, я вижу слизняка. Я вижу еще вагон демонов. И нам надо как-то преодолеть такое гигантское расстояние. Это сферы. Да, проблем у нас, конечно, не оберешься. И телепортироваться... это еще что за...
Ты кто? Ты, точнее, ты что? Это демон какой-то, он вылазит из текстуры, у него 54 уровень, нифига себе. Тихо. 84-й, нифига себе. Так, у нас зелье вагон. Выпьем зелье. Черт, скверно, серьезно? А я думал, очень плохо. Потому что я считаю, что нам прямо сейчас очень плохо. Так, Ноктис. Давайте какой-нибудь, не знаю, 84 уровень. Я не знаю, одолеем мы его, нет. Давай, пей зелье. Он нас не достанет. Давай. Промах. Так, нет, эликсир. Где у нас? А, ну можем, в принципе, ультра-эликсир использовать. Восстановить себе ОСОМ. Ну да, так мы его, конечно, не разорвем, но... Хорошенько... Разнесем. О, можем оруженосца активировать. 84 уровень, нифига себе. О, нас я окаменел. Давай. Ты достал уже, ударь меня. А, ладно, фиг с ним. А, нет. Офигеть ты. Ты серьезно, что ли, настолько крут? Ой-ой-ой, я только поджарился зазря. Да вы чё, нифига себе, слушайте. Я его добью, как бы, 84 уровень. Ну, мы, смотрите, уже ему чуть-чуть снесли. Так, сейчас он здесь появится. Ну, пока мне как бы пофиг. Мне только мана нужна, и все. По идее, в долгих... в долгой борьбе с демоном... Я не понял, а почему мы ранены? По факту... Ну, давай, вставай быстрей. Во. Тихо. Чё это сейчас было? Сволочь. О, мы получили один ос. Супер. Нам бы какое-нибудь дальнобойное оружие. Но у нас кроме кольца по факту ни черта нету. Он исчез. Сейчас вот здесь появится. Нам оруженосца набрать надо. Давай, давай. Сейчас мы устроим тебе веселуху. Оруженосец, конечно, жжет. Так. Так, эликсир. Блин, слушайте, он... Реально крут. Но он, да, он нам ничего пока сделать не может. Так, секунду. Меня тут отвлекли телефонным звонком. Так. Так, я не сюда. Я хотел зайти в снаряжение, в Ноктис. Да, слушай, мы на детка похожи. Такое чувство, прошло лет 60. Если не больше. Кстати, сила атаки у него не показана. Так, давайте что-нибудь более грозное поставим. Да вы чё, как он меня достал-то? Ну, лечись. Да ладно тебе, не сцы, вставай. О, вон он.
Т. Так, зелье, сейчас выпьем, все будет бодрячком, парень. Ты что начинаешь-то? Давай. 4. Так, он собирается по нам рукой бить? Вроде как нет. Но мы его сейчас хорошенько так наваливаем ему. Жалко, что за счет кольца мы не получаем ос. Да, жаль, что за счет кольца мы не получаем ос. А почему нас током-то бьет? Мы ж вон где. Ух, ё-моё, сволочь. Так, зелье юзаем. Давай, давай, давай. Да как ты так? Эликсир юзаем. 31. У нас чего-то было очень много. Очень скверно. Тихо, давай, 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 да быстрее, быстрее. Нас... нас и заморозило, и все. Так, сейчас он вон там. Да как ты... Ладно, будем эликсирами юзаться. Давай. У него осталось-то совсем капелюшка ХП. Да ё-моё, как он нас... Стоп, как он нас сносит так? Да ё-моё. Стоп, у нас... А, вот, ультра-эликсир... блин, с языка слетает. Ультра-эликсир. Давай, пей. Во! Ага, сейчас эта сволочь тут появится. Но все равно тебя это не спасет, братан. Пока он руку на нас не выставит, можно не париться. Так, все. Да ё-моё. Ну ладно, ультраэликсир. Так, нет, стоп, подожди, не пей. А, эликсир. А, понятно. Да. Эликсир выпьем. Знаете, вот мы сейчас выпиваем эликсир, а вот как будто ни о чем. Давай! Сдох! Как, сколько... Сколько опыта? 22 тысячи у нас в общем. Офигеть. И мы на него убили почти... Ну, кучу времени, конечно, мы на него убили. Но мы по дороге не пойдем, да? Мы же... умные, как-никак. Мы срежем. Надеюсь, безопасно. Ладно, в принципе, с демонами можем не сражаться. По факту. Это что сейчас было? Я не знаю, что это было. Да, по факту мы можем не сражаться с демонами, а просто идти на перерез. А мы можем призвать Чокоба? Так, нет, кстати... Ни врагов, ни муглов, ни чокоба мы призвать не можем. Странно, что здесь реально ничего нет. Ну, 3 километра еще бежать. Что-то едет. Что-то едет? Да ладно, тачка? Так, отойдем с дороги. Наши? Или баба из молота? Мужик! Тормози. Да. Это я, Талкот. Мой дедушка служил семье... Да ладно! Сколько? Ага. Сколько лет прошло? Быть не может. С возвращением, Ваше Величество. А, я офигеть! Он был мелким, ему сейчас на лет 18. Да. Да, так и есть. А? Сейчас. Лет 10 прошло минимум. Сказал, что хочет с тобой поговорить. Поговорить лично. Он сказал поговорить лично. Хорошо. Мы скоро приедем. Пока. Офигеть. Я сначала думал, что мы 3 километра будем нестись. Но смотрите, сейчас наступила вечная ночь. Ты даже не представляешь.
Насколько я рад тебя видеть. Да. Офигеть. Здорово изменился. Думаешь, видимо, я слегка подрос за эти 10 лет. Да, 10 лет. 10 лет? Парни, наверное, ушам своим не верят. А где они, кстати? Чаще всего в Листалуме. Но они регулярно ездят в Молы. Зачем? Из-за Синди. Ну, ты помнишь, девушка из гаража. У нее дед умер? Но иногда ей тоже бывают... Или что? И тогда она зовет... Ну да, на тачке, конечно, подручнее будет ехать. Парни сказали, что они сейчас как раз рядом с Молотом. Так что там мы с ними и встретимся. Чем бежать два... Ты знаешь, с тех пор, как ты исчез, о, бесконечная ночь. В Листалуме пока что есть свет благодаря электростанции. Демоны. Поэтому уцелевшие съехались туда. Только туда. Остальные поселения заброшены. Демоны выгнали людей из родных мест. В Молот люди время от времени заглядывают. Офигеть. Обычно не за ремонтом. Теперь это скорее убойный отдел. База для охотников на демонов. Ух ты! Прочу. Сколько демонов! Смотрите, это меч? А офигеть! Держится еще. Крутецкие демоны. Я бы помахался. По крайней мере, с тех пор, как переехал в Листал. Кто-то предложил ему перевести туда еще и дальше. Но старина Сид и слушать не стал. Сказал, что эта идея тупее жирного Чукоба. И что в другом месте это будет совсем не то. Гигантские слизни. Ну вот эти демоны с огненными мечами. Без особой разницы. Поэтому гараж пока что никуда не денется. Так, руины Лонг. Вайта. Люди Игнис из Морикады. А чё Игнис готовит? Все чаще на людей нападают. Или того хуже. Ирис уговорила маршала вместе бороться с демонами. Ее даже прозвали истребительницей демонов. Ирис? И остальные помогают им по мере возможности. Ромпто почти все время охотится в районе Молота. Пытается впечатлить Синди, но она давно замужем за своей работой. Ха! Мы пытались его отговорить, но он не стал слушать. Сказал, что ему темнота гораздо привычнее, чем нам. Зрение так и не вернулось. Боюсь, что так. Но, надо сказать, он неплохо справляется в одиночку. Гладио и Промпты тоже обычно охотятся поодиночку. Их втроем теперь не часто можно увидеть. Ну, правильно. И иногда они работают всей командой. Но у каждого полным-полно своих дел. Мы же были связующим звеном этой великолепной компашки. Но демонов здесь, конечно, адовое количество. Я не знаю, что, во-первых, как нам махаться с теми заданиями. То есть у нас есть вот задания. Ну, Сид, Фигит, да, и вот как нам их выполнить. Вот, смотрите, веселый огородик, то есть он тут есть. Сида на карте пока нету, то есть, понимаете, да? Но это понятно. Вот одни демоны какие-то. Эти мы не можем выполнить. Мы, кстати... А, подождите. Нет, не это. А как? Вот от этих двух заданий надо бы отказаться. Так, выбрать, приблизить. А отказаться мы не можем от этих заданий. Так. Да, так что, блин, слушайте, с заданиями проблема. Вот эти два мы не можем отменить. Но вдруг мы вернемся в тот город. Пока что я их оставлю. Они нам, конечно, сильно глаза не мозолят. Но все же. Офигеть, смотрите, колючая проволока, заборы. Охренеть. Ну да, все, наверное, рады будут, то, что мы приедем. Но колючая проволока и заборы это... О, команда соединилась, только что показали. Где эти трое бойцов невидимого фронта? 10 лет прошло. Жесть. 10 лет в кристалле сидел. А у меня фонарик горит. О! Ха! Привет. А больше ничего не хочешь сказать? После стольких-то лет. Что? Это и в самом деле ты? Правда? Даже не верится. Долго же мы тебя ждали. Так получилось. Нам нужно о многом поговорить. Пойдем внутрь. Жесть. Ну да. Жалко, что он... Подождите, он охотится один. То есть, по факту, он слепой, но охотится один. Так, первое, что мы сделаем... Так, Мирон, отправляйтесь в королевский город. Так, финальная битва начнется, как только вы покинете молот. Тщательно подготовьтесь. В смысле?
Ого-го. Подождите, отправьтесь в королевский город. Карта. Где он? Стоп, где он, королевский город? Ага. Тщательно подготовьтесь. А как мы подготовимся, если везде тьма? Ну, тачки у нас нет, по факту. Ну, скорее всего, будет, да? Но... блин, слушайте. проблема. Так, пошли. Офигеть, контейнеры. Стволы. Че это такое? Так, происхождение антисолевых частиц. Нет, это мне спасибо не надо. С тобой поговорить можно? Или нет, с тобой нельзя поговорить. Так, результат анализа загрязненной атмосферы. Это нет. Ну тут смотрю, пушек, вагон. Ух ты, реально. Стоп, нет. Снаряжение. 58 уровень, да, у всех 59-й гладиус. Да, то есть оружие у них ни капли не изменилось. Да. То есть какое у них было оружие, такое и осталось. Так, что у Игниса? Ну да, все у них в принципе то же самое. Что у нас по навыкам? По приемам? Да, приемы. Давайте посмотрим. Так, после телепортации... Нет. Нет. Нам, ребятам, приемы нужны. Да, вот. Если во время воздушной атаки Ноктис попадает по врагу с помощью механизмов, враг получает электрошок. Нет, это неинтересно. Меч дракона. Так. Контратака и вытягивание здоровья врага древним оружием. Древковым оружием. Я не знаю, что это. Сейчас, кстати, посмотрим. Снаряжение Игнис. Дополнительное оружие. Исходное копье. Дага. Непонятно. Так, кинжал, который наносит дополнительный урон врагам. Так, с ног врага нет. Так, самый мощный вариант уникального древнего оружия, изготовлено по использованию технологии. Поглощает энергию стихий поверженных врагов. Хо-хо-хо. Ну, не знаю. Так, ну, навыки, да. Приемы. Так, давайте дальше тогда посмотрим, что тут еще есть. Так, при блокировании атаки... Так, парализующий удар ногой заставляет врага отшатнуться. Не... Вот тут у нас 333. Да, это финальная битва, то есть нам бы подготовиться хорошенько, но я знаю, что это нереально. Так, это да, это... Так, за пойманную рыбу дают ос, но это мы точно делать не будем. Так, позволяет делать фотографии в битве. Нет, это нам нафиг не надо. Стоп, это нам все нафиг не нужно. Так, в режиме ожидания атакуйте телепортом врага, который не целится в ногти, чтобы увеличить шанс его искалечить. О, это мы прокачаем. Это я понял суть. Так, в режиме ожидания атакуйте телепортом врага, у которого осталось половина или меньше ос, чтобы увеличить наносимый урон. Не, это спасибо не надо. Победа над противником устанавливает таймер ожидания. Таймер ожидания это что? Так, а тут что? Так, предотвращает обнуление таймера режима ожидания. Без понятия, что это. Так, ну здесь оружие понятно. Так, особо мощный синтез. При создании заклинание увеличит мощность на 30 похожих эффектов, способность не суммируется. Так, стоп, подождите, вот тут еще что-то было. При создании заклинания вы получаете одно дополнительное похожий эффект, способность не суммируется. Так, вот это на 30. 555. Твою ж за ногу. 333. И по 999. Супер. Так, 48, 99. Так, тут что у нас? 24. При низком уровне здоровья восстанавливает чуть-чуть ОС аптечкой. Спасибо, нет. Так, при низком уровне здоровья восстанавливает чуть-чуть ОС аптечкой. Ага, и тут тоже ОС аптечкой восстанавливает. После спасения союзников защита увеличивается. Наверное. Увеличит выносливость и дальность рывка. Давай промто мы тебе прокачаем, чтобы ты аптечкой мог лечиться. Так, смотрите, временные задания даже есть. Ну, у нас очки ОЗУ, памятная монета... Так, монета Лунафрея. Так, отчеканена ограниченным тиражом. Не знаю для чего. И мега-эликсир.
Мега Феникс 3 штуки. Ну да, я хотел бы вот это взять, потому что 503 урона. Ой, ну, к сожалению, нет. Так, здесь что-то есть. Давайте осмотримся. Красный чокер. А, может быть, сейчас со здоровья скинем все. И увеличим различные приколюхи. То есть, например, Ноктис, да? Железный наруч, сотка, нет. Так, 3 сотки, нет, спасибо. Так, красный чокер, золотым, так, заметно ускоряет восстановление здоровья, нет, спасибо. Вот, смотрите, ножной браслет с печатью средневекового рыцаря настолько увеличивает живучесть. Вот я бы его поставил. Так, золотой чокер. Что нам дает золотой? 500 и 1000 здоровья. Ну, пожертвуем 500 и поставим вот это. Да, потому что... Так, рубиновый браслет дает тебе 60, а здесь 50. Так, так, немного увеличивает живучесть. Так, степень увеличивает силу. Серебряный наруч нет, железный наруч нет. Золотой, да. Ты у нас танк, тебе надо больше. Так, ножной браслет 60. 800. 60. А больше 60 у нас нету? Нету. Так, и что у промта у нас? А у промта 2 серебряных наруча. Но ему бы что-нибудь стрелковое, конечно, дать. Но, к сожалению, у нас... О! Подождите, атака? Да, держи. Обойдешься без здоровья. Так, нам бы оружие себе восстановить. Так, сгиньте. Да, смотрю, тут они, конечно, сделали все, вон, куча грузовиков. Так, о, братан, привет. Что нам перед финальной битвой предложишь? Ты сейчас шутишь, да? То есть бабки нужны, да? Ну ладно. Сейчас мы... Это финальная битва, то есть по факту, да? По факту это финальная битва. То есть у нас вариантов других нету. Да, так, продать. Ну, сейчас мы наберем денег спокойно. Да, тут есть вон всякие фигни, которые мы можем продать. Так, этих вообще вон 3. Да. О, вот этот не нужен, чокер никому. Так, ну из еды, ладно, сумка. Нет, сумка оставим, вдруг или мантия, все дела. Так, ну тачку мы уже красить не будем. Так что можно это все продать. Да, конечно, за что-то копейки выручим. За что-то вообще. Так, ничего не выручим. Но деньги как деньги, да? Как говорится, деньги и не пахнут. Потому что я смотрю, там нужно прям конкретно крутые вещи. И нам надо будет сражаться против финального босса. О, есть еще что-то. Да, конечно, вот это осколки камней стоят вообще копейки. Да, но у нас их очень много. Так что хоть какие-то гил мы выручим. Да, но, конечно, все равно денег мало. Ну, мы сейчас что-нибудь продадим. У нас там вон... Вряд ли мы рыбалкой займемся. Так, нет. Стоп. Да, пятак. И еще... Ну вот. То есть все, мы продали из тачки все, что могли. Давайте посмотрим по оружию. Ноктис, 232 атаки. Возьмем. Гладио, 8000. 400... Нет, стоп. У него и так такой стоит. Сияющее копье 205, ну может быть. Это нет, 222. Атака 175, атака у него 176 щитом. Ну из браслетов всякий шлак. То есть по факту мы берем только меч. Да? Стоп, по факту меч только. Стоп, нет. Нет, стоп, вот это. Ну, может быть, еще Игнису копье возьмем. А давайте. До свидания. До свидания, до свидания. Так, сейчас снарядимся тогда. Ну, кто же знал-то, да? Атака увеличится. Ом уменьшится, но увеличится атака. Так, а здесь только атака.
Ну, конечно, на копейки атака увеличится. Так, ну, магаз, в принципе, ничем не изменился. Привет. Привет. Что у нас у тебя можно купить? Нюхательная соль. Да, в принципе, у меня всего вагон. Мы же набирали, да? То есть, тачки все равно нету. Мы ее расхреначили. Так, гараж закрыт. А как вы предлагаете мне тогда добираться до молота? Ой, до крепости. Ну, пойдемте, выйдем, что? Ну да, по факту. Ну, я еще сохранюсь сейчас на всякий пожарный. Фиг его знает, что будет. Все, да, пошли. В инсомнию. Задание выполнено, еще 2000. 24 тысячи опыта. Ну. Наконец-то мы идем домой. Это повод принарядиться. Наконец-то шикану этим прикидом. Носи его с гордостью. Сначала надо в него влезть. Ха. А поспать там нет никто. И как мы туда вообще отправимся? Так, слава богу. Прокачка. Ух ты, слушай, шикарный чувак выглядит. Юзаем самые крутые блюда. Так, позволяет бегать, не расходуя выносливость. Дает 1000 ОС. Нет, 160 атаки. ОС 800. Защита от огня. Нет, нет. Так, увеличит атаку на 120, увеличит силу духа на 400 и увеличит ОС на 300. Лапшичка классная. Во, шикарное блюдо. Чего нам не хватает? Вырезка бармаглота. Блин, 4000 ОС даст. Так, гарантирует критический урон. Ой, какая еда тут шикарная. Увеличит силу и магию, но сильно снижает ОС. Нет, спасибо. 1000 ОС. Нет, где любимые блюда Игниса? Вот оно. 1000 ОС, 30 опыта. Ну, опыт нам не нужен сейчас, да, по факту. Так, смотрим, может тут что-то есть хорошее. Нет, по факту тут ничего хорошего нет. Так, восстановление здоровья на ось позволяет бегать, не расходуя выносливость. Вот, давайте вот это возьмем. Блин, там, конечно, 4000 ОС. Это вообще шикарно было бы. Еще бы нам ОМ набрать побольше, тогда было бы вдвойне шикарно. Я левел 60 и апнул. Ну, фоток ты, наверное, не сделал, да? Потому что, а откуда они у тебя могут быть? Мы же ничего не делали. Так, 10 долгих лект Ноктис провел в одиночестве, но теперь четверо друзей снова вместе. И это их последняя ночь у костра перед походом в инсомнию, где избранному королю предстоит принять решение бой... Так, решений бой и вернуть этому миру свет. Вот! То есть, мы не собрали 6 богов, мы собрали только 4. Нам остался еще бог огня и бог воздуха. Скажем так, ух ты! Стоп, значит, мы сможем бегать помимо инсомнии. Потому что я видел этот наряд у одного парнишки, я смотрел видео. И вот видел этот наряд. Поэтому, скорее всего, мы сможем выполнить как раз задание вот это вот про десерт с принцем. Кольцо, кстати, будем юзать периодически, потому что оно шикарное. Поднажмите. 35 уровень. А, начхать. Все. Ух, нифига себе, молодцы. Смотрите, тут кровать прям сделали. Тут сделали кровать. В смысле? Это типа... Ух ты! Мана! Так, нам нужны заклинания. Мы как раз сейчас прокачаемся немножко. Так, мы запомним, но тут мы способности себе можем. Ух ты. То есть, а чё мы сюда попасть не можем? А, открыть. Я просто не думал, чё мы сюда попасть не можем. Но тут ничего нету. Так, ну мы сейчас создадим себе элемантию крутую. Потому что, ну да, мы израсходовали, конечно, вагон всего. Потому что у нас уже она заканчивается. 129 с 99. 129, это офигеть.
Эта способность будет 228 уже. Так, ну да, здесь лечение, яд, двухкратная цепочка 51 уровня. Вот, 24 штуки. Проклятие, 15 уровень. У нас какой-нибудь еды есть дофига? Так, случайные чары 3. Огонь, лед и гром, все. О, 32. Нет, тоже случайные чары. Кстати, 43. Ну-ка, давайте посмотрим, какой урон будет. 486. Давайте-ка посмотрим тогда вот здесь. Опыт нам не нужен. Паралич нам тоже пока не нужен. Срыв я не буду брать точно. Так, вот. Опыт, ржавая деталь. Кстати, смотрите. 236. Сколько мы получим? 396. А, черт! Не хотел я создавать, сохранить. Я не хотел создавать, я хотел посмотреть что-то другое. Ну ладно, авось перед цитаделью-то мы найдем еще бутылок. Музыка такая, кстати, классно играет. На заднем плане. Надеюсь, за плагиат не... Напрягов не будет. О, смотрите. Это что? Это мы весь город можем пробежать? Ну-ка. Да, смотрите-ка. Город гигантский. Это типа... Ну, тут до цитадели легко добежать. На! Нифига себе, он мне втюхал. Так, где обычные зелья? Пока обычными лечимся. Давай, 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 давай. Тихо, тихо. Зелье промта. Мы еще не доиспользовали. Так, а мы себе юзнем вот это. Стоп. Вот, стоп. Да ё-моё, что я делаю? Так, нет, стоп, вот это. Ультраэликсир промта. Так, стоп. Эликсир, Ноктис. У тебя 72 уровень? Да как мы с тобой бороться-то будем? Гладио, давай. Так. Ну да, ребята, конечно, не вытягивают. Кто же знал-то? Я реально не знал, что все будет настолько плохо. Ну да, его утащить, скорее всего, в бездну не получится. Ты достал уже подыхать. Слушай, парень, что с тобой не так? Давай еще разок ему в жбан. Да вы достали уже. Так, мега феникс, нет, ультра. Полностью восстанавливает ОС, нет. Излечит отравление. Вот, всем членам отряда. Охренеть, как ты? Да вот что за бред? Как они валят так далеко? Ну ладно. Ага, сейчас. Так, зелье промта. Слушай, парень, ты бы так не под... Да ты достал, блин, я только тебя вылечил. Что за бред, парень? Ты что делаешь?
Давай ты хотя бы жахни по нему хорошенько. Ты потрясен, я в шоке. Что Пром-то сносит, как щенка? Давай, вы чё? Так, Пром-то. Мы одного Пром-то тупо лечим, и все. Давай, 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 еее! Положили его. Так, устаревшая банкнота. Вот Сталков так и порывался пойти с нами. А теперь он уже полноправный охотник. Кажется, еще... Так, Мега Феникс. Ну, теперь он вырос. Дед гордился бы. Блин. Слушайте, ну, если так дальше пойдет, это будет печально. Мы просто не вытягиваем. Да, по факту. Давайте на этом остановимся. Продолжим уже в следующей серии штурм Цитадели. Вот, потому что, ну, это реально просто адовые противники. И там вон еще один там, вон там он вроде, да? Еще один такой же. Как мы с этим только справились, непонятно. А тут еще один вон там. Их двое! Так, а нет, это змеи. Ладно, будем на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!